Итак, беспрестанное втягивание Украины в НАТО лишь повлекло за собой военные действия, но это не остановило наших лидеров от продолжения в том же духе. Давайте расширим НАТО еще, это хорошо работает. И вот в Сенате Митч МакКоннелл сказал, что Швеция и Финляндия должны вступить в НАТО, потому что это сделает Америку сильнее. Нет сомнений, что их вступление в наших интересах. Даже более тесное сотрудничество с этими странами поможет нам противостоять России и Китаю. Принятие их заявок сделает НАТО сильнее, а Америку безопаснее. О да, это сделает Америку безопаснее. Итак, если Швеция или Финляндия вступят в войну, мы будем обязаны помочь им. Как это сделает Америку сильнее? Очевидно, они даже не подумали об этом в Сенате, потому что результат голосования 95 против 1. За расширение и включение Финляндии и Швеции в НАТО. Сенатор от штата Миссури Джош Хоули оказался единственным, кто голосовал против, и мы хотим спросить его, почему. Сенатор, вы единственный, кто проголосовал против. Почему вы это сделали? Что ж, очень просто, Такер. Расширение НАТО не сделает Америку сильнее и не сделает Америку безопаснее. Это значит, что мы будем посылать больше войск, тратить больше денег и выделять больше ресурсов в Европе. Честно говоря, я думаю, это неправильный выбор. Просто посмотрите на вызовы, с которыми мы сталкиваемся дома на границе и за ее пределами. Говоря о наших врагах за рубежом, главная угроза для нас не в Европе, а в Азии. Это Китай. И сейчас мы не там, где должны быть, чтобы защитить себя от восхождения Китая. Защитить себя от попыток Китая завладеть нашей экономикой, угрожать нам военной силой. Мы занимаемся совсем не тем, так что я предлагаю сосредоточиться на американских интересах, сосредоточиться на Китае за рубежом и на наших границах у нас дома. Но расширение НАТО никак не поможет нам решить эти проблемы. Итак, сегодня лидера республиканцев спросили, я так полагаю, на нашем канале, насколько война на Украине важнее нашей открытой южной границы. Он не ответил. Есть еще сенаторы, которые беспокоятся о нашей южной границе больше, чем об украинской, или вы единственный? Ну, я не могу говорить за других, Такер, но я точно слышу многих людей, которых сильно беспокоит граница других стран, но не очень беспокоит наша собственная. И я слышу многих людей, которые на словах переживают о желании Китая контролировать нашу торговлю, отнять наши рабочие места, украсть наши технологии, но на деле никак не хотят противостоять этому. И сейчас самое время встать на защиту американских работников, американских рабочих мест, защититься от угрозы Китая за рубежом и на нашей границе. Вот что должно быть нашим приоритетом. Да, это так очевидно, это поразительно. Вы единственный, кто так считает. В любом случае, спасибо за эти слова. Я ценю вашу позицию. Джош Хоули, спасибо.